Всем привет! Сегодня мы будем продолжать проходить Evil Nun Rush. Итак, включаем сюжетный режим, и мы остановились на 10 уровне. Сегодня мы будем проходить 2 уровня, 10 и 11, а далее мы будем проходить 12, уже в финале. Так, ну, сыграть уровень, ну все, вперед, проходить 10 уровень. Сегодня у нас будет ролик, как мы подходим к финалу в Evil Nun Rush. У нас могут попадаться такие разнообразные уровни. Ну, смотрите, уровень с ключами попался. Точнее, сейчас первый этаж мы проходим с ключами. Собираем 3 ключа. Да. Монахиня замедлилась, это правда, и сейчас я вам это докажу. Если вы задавались вопросом, почему монахиня стала медленной, вот посмотрите. Сейчас пусть сюда подойдет. Видите, она медленная какая-то уже. Ой. Меня отвернуло почему-то, видели? Ну, у нас еще есть 2 жизни, ничего. Используем наше усиление. Так. И проходим монахиня здесь, значок забрали там. Ищем последний ключ. У меня еще было такое действие, когда я проходил Evil Nun Rush вчера. Я видел на локации 4 ключа, а всего хотя их 3. У вас такое, может быть, тоже было? Ну все, зашли в лифт. Далее у нас 2 этаж. Тут всего 4 этажа в 10 уровне, и в 11 также, и в 12 еще. Ранее в 12 уровне было вообще 6 этажей. Их уменьшили. Ну, сделали геймплей намного проще, киплерианцы. Ну, тут у нас уровень с кнопками попался. Точнее, этаж. Ну и придется искать эти кнопки. Монахиня в этой синей комнате, как всегда, она там, потому что возрождается обычно. Полетели. О, синяя кнопка. Крутим, крутим и нажимаем. И еще одна где вот. То же самое делаем. Все, супер. После прохождения уровня на этаже появился набор опыта. Монахиня пошла в другую сторону. Ну вот она. Ну и мы сейчас пройдем этаж 2. Все. Далее у нас 3 этаж следует. Так, ну, этаж с ключами попался. Отстегнули эти доски. Монахиня. На меня уже идет. Вот ключ, и еще один остается найти. А где он? А, за этими досками. О, вот как. А я так поступлю тогда. Ну, некоторые баги еще остались в игре. Тут все баги еще не закрыли, не пофиксили. Ну, все равно у них такая интересная игра получилась. Надеемся, все с багами уладится. Так, ну, 4 этаж остается пройти. Двери открываются. Мы выходим. И тут этаж с кнопками. Ну, монахиня где-то рядом. Ну вот, пожалуйста. Одну кнопку я уже увидел. Вот и вторая. Сколько успею, до конца не кручу. Так.
Ну-ка, сколько успеем? Монахиня. Сразу не надо делать. Вот, давайте вот сюда пойдем. А сейчас сюда. И сюда. Ну-ка, успеем, может. Супер. Здравствуйте. Ну и сейчас ту вторую кнопку докрутим. Нажмем на нее тоже. Все, супер. Не подобралась карточка. Ну ладно. Она рядом. Проходим уровень. И все. Мы молодцы. Уровень 10 пройден на 2 звезды. Ну, хорошо. И сейчас нам останется еще пройти 11 уровень. Ну, смотрите, тут еще, видите, дополнили консервы, теперь их всего 5. И плюс еще один добавлю, что они теперь быстрее перезаряжаются. Так, ну что, включаем 11 уровень. Вход на этаж первый из 4. Двери открываются, мы выходим, тут уровень с ключами, я понял. Этаж с ключами. Ну, мы начинаем. О, монахиня тут как раз, но я смог взять второй ключ и третий. Он может быть где-то рядом с синей комнатой. А, ну и вот. Все супер. Проходим первый этаж. Далее у нас второй этаж. Если вы еще захотите улучшить свой результат, вы сможете потом переиграть уровень, который вам нужно пройти еще раз там с улучшением результата. Ну, если вы не знали, я дополняю, что так можно будет сделать. Ну, монахини не видно. Где же второй ключ? Здесь, и монахиня здесь, супер вообще. Ну-ка, вот так обходим. Все, полетели. Где ключ? А, вот, все, вперед, проходить этаж. Все, супер. Далее у нас третий этаж. Ну, вперед. Значок нашли, ключ нашли. А, и все? Один ключ. Ну, окей, полетели отсюда. О, здесь доски вообще. А походу синяя комната в другой стороне была. Вот. Все. Зашли в лифт и уехали отсюда. На следующий 4-й этаж. И сейчас мы будем его проходить. Надеюсь, мы по времени успеваем все делать. Тут этаж с кнопками. Да, по времени вообще успеваем. Даже еще половины времени не истекло. А мы уже заканчиваем тут 11 уровень проходить. Значок. Так. Отламываем сейчас тут доски все. Все супер. Вторая кнопочка. Крутим и нажимаем все. О, набор опыта. Забрали его как раз. И заходим в лифт. Вот и все. Уровень 11 пройден. На 2 звезды то же самое, как и 10 прошел. На 2 звезды. Ну и 12 уровень я оставлю на следующий ролик. Давайте мы подведем итог. Сегодня я прошел 10 и 11 уровень. Это был как ролик, что я подхожу к финалу Evil Nun Rush.
в игре Evilland Rush. Ну, всем спасибо за просмотр. Не забудьте видео оценить лайком, подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.